Я полицейский, все в порядке. Всем хай, с вами Юджин, и мы сегодня продолжаем зарастать, потому что нечем и негде стричься из-за изоляции. Я скоро стану как дикий человек, огромная борода и длинные волосы. И я буду обращаться к компьютеру как к некоему артефакту непонятному, и буду его изучать. Короче, играем сегодня в Resident Evil 3. Вот, да, мы в это играем. Вы готовы играть в это? Тогда в это и будем играть. Продолжить. Окей, у нас с вами чума в Raccoon City. Вечно этот город попадает в какие-то неприятности. А все из-за вас, ученых. Вот ты, если ты ученый, перестань учиться и ученым быть. Окей, Джилл, приступаем к миссии, которую я, черт подери, я не помню. Я не помню, что нужно. Здесь все закрыто. Мне надо подряд в эти игры играть, потому что, знаете, когда я играю сначала в одну игру, потом в другую игру, потом в третью игру, я забываю, что было в первой. Давайте посмотрим еще раз. Восстановите питание с подстанции. Потушите огонь. Вот мы нашли пожарный шланг. Давайте-ка, что ли, вернемся. Как там у нас карта открывается? Где у нас это место было? Вот. Сюда. Значит, давайте сюда и вернемся. Ой-ой-ой, мистер, вы такой супер красивый. Мне показалось? Или они вдалеке двигаются как-то дерганно? По-моему, меня что-то адско окружают. Секунду. Оп! Ах ты, сволочь! Нет. Ладно, Евгений, хватит тыкать. Опа, он стоит вообще не втыкает. А! Да ладно! Вот сволочье. Все, этого можно оббежать. А, пожарный вот здесь надо, да? Где-то здесь. Должно сработать. Так можно и всех зомби разогнать. Просто напором по ним. Остановите питание подстанции. Хорошо. Как у меня дела? Внимание. Моему здоровью нужно уделить внимание. Это, кстати, относится и к реальной жизни. Я сижу 6 лет за этим стулом. О! Болторез. Вот это здорово. То, что надо... Опа, сейвка. Давай, Джилл, сохраняй себя. А давайте-ка... Нет, подождите, пока еще рано восстанавливать. Мы лучше возьмем и что-нибудь сложим. Например, вот это можно сложить. Граната нам пока не нужна. Патроны лишние, да. Все вот это можно, кстати... А! У нас ножи. Это тоже не бесконечно, оказывается. Кто-то там. Кто-то там. Ну, конечно же, мы все знаем, кто там. Это не сработает ведь, нет? Нет, конечно. Давайте посмотрим, кто там. Можно было бы спросить для уверенности, но зачем? Вы из UBCS? Ага, поосторожней. Вы только не надо на меня так смотреть. Так, давай разберемся. Нет, нет, погодите! Какого черта? Он был заражен. Возможно, заражен. У вас, Старс, все такие тряпки. Неудивительно, что вас так много полегло. А вы откуда, UBCS? Убивайте своих же. Он бы обратился. Где ваш инстинкт самосохранения? Возвращайтесь на станцию метро. Нам здесь сердобольная дамочка вроде вас не нужна. То погодите. Кстати. Её ж тошнит от того, что произошло. Дневник тренировок. 10 июля. 90 килограмм. 12 кругов пробежки по двору. 2 поворота. Выкусит тюряга. Umbrella Corporation только что взяли меня на работу. На работу. Походу, пожизненное заключение за убийство 20 насильников их не остановит. Я только за. Всяко лучше, чем просирать остаток жизни за решеткой. Он убивал насильников?
Надо привести себя в форму. 26 июля, 89 килограмм, пробежка, 20 км, 3 поворота. Стрельба в цель с 350 метров, 5 промахов. Вчера откинулся и отправился в тренировочный лагерь UBCS. Стрелял там впервые за 2 года. Промазал по неподвижной мишени с 350 метров. На 10 сантиметров. Небывалая хрень, я будто все забыл. Пофиг, меткость вернется, вот увидите. 15 августа, 86 килограмм, пробежка 30 килограмм, километров, 3 поворота, стрельба в цель с 550 метров, 2 промаха. Нифига он крутой. Хотя непонятно, сколько раз он выстрелил, мог и 2 раза выстрелить. Ладно, кучность стрельбы дошла до 7 сантиметров. Приятно, приятно. После обеда мне устроили первый учебный бой. Капитан и остальные нормальные пацаны. В бою просто звери, но этот псих Николай от Мороза конченый. Он закрылся мной от пуль ради пары дополнительных очков. 25 сентября. 82 килограмма. Пробежка 30 километров, 4 поворота. Стрельба в цель с 550 метров без промахов. Мёрфи вернулся. Больше никаких промахов. Завтра отправляюсь на первую миссию. Подавлять беспорядки в Ракон-Сити. Джимми бы это понравилось. Братишка всегда рвался помогать людям, пока эта уличная сволочь не отобрала его у меня. Моя очередь творить добро. Так как я лучше всего умею. Твори добро на всей земле. Нам бы вернуться за шотганом. А это вот туда. Да, вот куда-то... Куда-то... Стой. Куда-то сюда, я честно... Блин, клянусь, я забыл. Не дать себе. Вот сюда, по-моему. А я здесь повсюду бегал, кстати. Я вот туда наверх бежал, я туда, по-моему, не бежал совсем. Хорошо! Очень хорошо получилось. Фармаси. Блин, надо тебе придется. Ну почему? Это же не канон. Хотя нет, это же резик. Это тебе не ходячие мертвецы. Там одного выстрела достаточно, а здесь... Посмотрите, что творит. Посмотрите, он живет. Кто тебе дал право? Оп. Ох ты, как я мог его пропустить? Это ж высококачественный. Сюда, что ли? Да, по-моему, здесь. По-моему, здесь. Где-то тут-то. Вот. Оно того стоило. Сюда надо было вернуться. Иди ко мне, детка. Дробовик М3. Все. Экипировали. Теперь мы можем его на единицу. Кайф. Подожди, это даже не это дробовик, да? Ведь да, это дробовик. Выглядит как ружье. Не, плохо разбираюсь в оружиях. Мама! Мама, ты меня напугал! Он такой, стоять, полиция! Так внезапно зашел. Быстрее, выходи! А, мы можем просто через донат пройти. А, стоп. Мы что, вернулись? Нет. Нет, мы здесь не были. Какое-то другое место. Короче, будем просто идти и шарить. Ой-ой-ой, таким нельзя подходить. Ой, мистеры. Уличная шпана. Ух. Сбил его курс, стенку пошел. Вот как? Ух, нифига себе! О-о-о! Вот это было круто! Промахнулся. Пожалуйста. Да пожалуйста. Пожалуйста. Блин!
Сейчас меня его грохнут. Так, все, пора хавать. Использовать. Патрончики. Что это у него взял? Ручная граната. Ой! Ладно, ладно, это просто место подобрать немножко бонусов. Вот оно неприятное. Знаете, гораздо неприятнее зомби, не которые выглядят как зомби, а которые выглядят как люди. Ну, то есть, не раскоцанные, а такие, знаете, просто странные, с очень нестандартным поведением. Ладно, нам просто нужно пройти через... А вот стоп, мы здесь-то не смотрели. Воу, 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 воу. Вот, вот этот чувак тоже неприятный. Я полицейский, все в порядке. Оп. Смог, 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 меня бы схватили. Все. Он откинулся. Какой у нас 4, да? Положить некуда. Зажали, зажали. Да падай. Так, мне кажется, надо их... Ты упадешь до конца насмерть? Так, полицейскую машину открыть нельзя. Что же можно сделать, а? Что можно... Ну-ка. Это тоже максимум, да? Пистолет тоже на максимум перезаряд. А, нет, на максимум. И порох никуда не деть. Ладно, как-то пометим. Поставим себе галочку, что здесь стоит спрей. Вот отстой. Так, через Dunkin' Donuts прошли. Вы там, кстати, ходили вот здесь? Не помню я. А, погодите. Вот сюда можно порох сохранить. Давайте еще гранату закинем. И сейвку сделаем. По сюжетке, получается, пока не идем. Не, мы здесь были точно. По сюжетке пока не идем. Бегаем туда-сюда. Но зато подбираем кучу ништячков. Есть. Все, теперь через донос пойдем. Погодите, а вот здесь что? А вот тут-то. Не помню еще, чтобы резидент когда-нибудь пытался оправдать наличие предметов в этих всех местах. Откуда они тут берутся? Ладненько, давайте проявим навык. Уклон от этих уродов. Давай, сюда, сюда. Главное, чтобы он выпад не делал. Так. Есть! Так, 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 так. Нормально. Вот сюда нам нужно. Ладно. Без проблем добрались. Теперь. Да, у нас, кстати, если вдруг там мы сдохнем, лучше здесь сохраниться. Чтобы потом не бежать через все эти переулки вновь. Ладно. Здесь дядя случайно умер. Абсолютно не видно. Идем за этим мужиком, он сумасшедший явно. О, вот это всегда круто. Я еще помню, впервые такое было ощущение неприятное, знаете, разрухи и разрушенного детства. И намека на какие-то былые хорошие времена. Вот это было в Half-Life первом. Втором, точнее, когда ты в City 17 впервые... О! Нет! Да блин, чертов мусор! Тупая баба! Простите, ну почему ты так делаешь? Как можно так уворачиваться отстойно? Бежит! Псина, бежит! Так.
кромсать. Ой. Как это я так? Евгений, когда очень напуган, хорошо попадает. Нормально, я думаю, им одного хватает нормального выстрела. В этом городе у всех одни доберманы, видимо. Пресмертная записка UBCS. 28 сентября, Ближний Восток, Восточная Европа, Восточная Африка. Я думал, что знаю, что такое ад. Полагал, что не сломаюсь, чтобы мне не пришлось пережить. Но эта работа, она должна была быть легкой, быстрые деньги. Я это заслужил. Все произошло внезапно. В нашем взводе было 30 ребят. У каждого не винтовка, произведение искусства. Но всех нас положили меньше, чем за 48 часов. Я видел всякое дерьмо и знаю, что дальше будет хуже, если это только начало. Зовите меня трусом, плевать. Другого выхода нет, лишь бы мое тело не встало после того, как я нажму на курок. А, понятно, вышиб себе мозг. Стоп. Не факт, что оно не встанет. Так что, надо быть начеку. Короче, давайте тактика нападения. Мы не будем бегать от собачек всяких, мы будем на них нападать. Записка электрика. Общественные генераторы представлены гильдией... Предоставлена гильдия электриков Ракун-Сити. Отключение света продолжается, и гильдия решила на временной основе расставить в городе несколько электрогенераторов. Их может использовать любой, но помните, что они работают с высоким напряжением. Если генератор заклинит или в него попадут пули, любой человек, стоящий поблизости, может получить удар электрическим током. Дописано от руки. Ясно? Если генератор сыплет искрами, не подходите к нему, не глупите. Безопасность превыше всего, как говорится. Если мы переживем этот бардак, я смогу продать кучу сломанных генераторов со скидкой. Ваш электрик Сэм. Хорошо, искрит, не подходим. Усек. Искрит. Не подходим. Что же делать? Как же подойти? О, вот это ощущение, как будто вот-вот заборчик сейчас-то рухнет. Нет, вряд ли. Отсюда не выстрел. Что-то тут как-то тот зомби меня напугал сейчас, несколько минут назад, сзади напрыгнув. И мне немного нервозно теперь как-то играть. Сейчас давайте вот здесь прошаримся. Вижу тебя. Вижу. Что это? Порох. То есть мы-то, получается, в будущем найдем какой-то предмет, который поможет искрящийся генератор... О, нет. Смотрите, прям вот рядом с ушком пролетело. Блин. Еще. Что же вы тут делаете? Неприятное. Неприятное. И ты тоже неприятный. У-ху-ху. Сломал ему жизнь. Есть. Ага, ты пыталась встать, значит, да? Да я и тебя добью. И ты пыталась. Ну, вряд ли ты... Да! Да они обе встали! Вот говно. И тебя просто даже некуда положить. Ну, как же так? Как же ж так? Ладно, давайте вынесем их отсюда. Сейчас, секундочку. Опс. Упала. Под затыльник. Всегда, когда долго слишком целишься, сложнее целиться. Она просто стреляет вот так. Ха! Итак, факс от начальника подстанции. Всем сотрудникам. В связи с участившимися вспышками эпидемии принято решение отключить подачу электроэнергии. Когда ситуация вновь окажется под контролем, необходимо оперативно включить 4 рубильника. Затем в комнате управления включите главный рубильник, чтобы... вернуть подачу энергии. Хорошо, сначала 4, потом один другой, который. Надбедренная сумочка! Погодите-ка. О-хо-хо. Хорошо, это сейф-комната. Достать. И давайте объединить. Найс. И объединить. Найс. А это
сюда. В задницу. Как-то так. Я уже говорил, что эта игра в тему вышла, да? Учитывая обстановку в мире. Я всегда думал, а вот что было бы, если бы реально был бы такой вирус, который бы поднимал людей с колен и Россию тоже. Вот это был бы хороший вирус, наверное. О! Пахнет как. Даже и думать об этом не могу. Ой, я еще причем, представьте, ведь... По идее, вот по моим наблюдениям, у женщин очень развитое обоняние. Оно гораздо лучше, чем у мужчин развитое. Они больше замечают маленькие нотки. Ну, по крайней мере, то, что я видел. Своими глазами. И мне кажется, эта вонь для нее особенно невыносима. Так, осталось одно место всего. А, это что? Зеленая трава работает! Начинало казаться, что чат никогда не вернется из обхода, и я засунул туда голову. Черт возьми, в следующий момент у меня в горле уже извивались какие-то личинки. Я давился и задыхался, но этим маленьким ублюдкам было все нипочем. Вылезать они не желали. Я шатался во все стороны, а потом увидел ее, зеленую траву. Однажды бабушка сказала мне, что зеленая трава является природным средством от насекомых. Поэтому я схватил ее, сунул в рот, проглотил, эта мелочь внутри меня оставаться не захотела. Я никогда не был так счастлив от того, что меня стошнило. Я снова выберусь туда, чтобы поискать чада. Если кто-то еще прочитает это, помните, нужно есть зелень. Детские шоу на канале Карусель. Трава? Это как... Ешьте зелень, овощи, в ней полно клетчаток, и не забывайте пыхать. Такое полотенчико приходит. Итак, служебная записка с подстанции. Ключ от секции высокого напряжения пропал. Замена ожидается только через неделю. На это время старшему сотруднику смены выдана отмычка. Она существует в единственном экземпляре. Терять ее никак нельзя. Извините, я вот просто не могу этого не делать. Борода такая пышная стала, что я сразу ощущаю, что мудрость возросла так процентов на 40. И надо вот так делать, чтобы ее прокачивать дальше. Терять ее никак нельзя, поэтому, когда отмычка не используется, она хранится только в футляре. Просим всех сотрудников еще раз убедиться, что вы случайно не забрали ключ. Нашедших просим сдать ключ Кейт в отдел общего делопроизводства. Блин, жалко, что я не Кейт. Так. Вот это вот пока, да, пока это нам не достигаем, но скоро. У него коробочка! У него коробочка и пузико, которое взорвется. Сейчас оттуда насекомый, да, повылезает. Прости, я думал... ну ладно. Наверное, не стоило. Или ты скриптованный зомби, да? Скриптованный. Отойди. Отходи! Трава не помогла! Так, как там нам осматривать? Подожди, стоп. О боже. Мерзость. Изучить. Вот. Отмычка. Е-бэ-бэ. Стоп. Я помню, что она для желтого, скорее всего, замка. Ес. Ес. Ой, что это я на пробел нажал случайно. Короче, да. Видите, как происходит с этим вот? Она очень замедляется после того, как сделает дэш. Поэтому надо с умом его применять. Нельзя просто так уклоняться направо и налево. Ну-ка, направо она может сделать? И налево может делать. Хорошо. Ну что ж, давай попробуем. Отомкнуть. А. Я думал, нам придется это делать. Господи. О! Нет! Нет! И все? Тентакль! Надо это вытащить! Восстановите... Стоп! Конечно же, надо вытащить. Давайте. Использовать? Короче,
Короче, эта штука будет периодически приползать, насиловать нас орально, и потом вот, вот этот настенный анус. Он, его надо сторониться. Ой, нет. Нет, нет, нет. Сколько их здесь? Хорошо. Искриться. К нему не подходить. Ничего не видно за тобой. О, смотрите, травка. Кошмар. Кошмар, 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 кошмар. Куда? Так, релоуд. А-а-а, вот! Вот она! Вот оно! А-а-а! Как муравьиные львы прям! Есть место? Нифига! Заходь, 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 заходь! Умница! Все, здесь кажется безопасно. Чертов вирус, что творит с насекомыми? Ага. Давайте попробуем из пистолета. Они так легко убиваются из дробаша. Может быть, из пистолета тоже будет там пару выстрелов всего. А, найн, найн. Просто огромный улей. Ну-ка, погодите, а карта что показывает? Вот аж куда она показывает. Сейчас отсюда, да? Выскочит. Нет. Или отсюда. А-а-а. Вон он. Быстрей. Ну? А, надо удерживать. Удерживаю. Так, следующий. А! Нет, он вылезает прямо из жопы. Так, хватает двух патрончиков. Прекрасно. О! Посраки тебе, посраки. Есть. А! Нет, 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 нет. А, фак. Чёртов тентакль. Ты не сможешь меня два раза обрюхатить. Ух, секунды. Так, поблюем. А, нет. Все, стоп, у меня катсцена! У меня катсцена, понял? Не подходи! Да, чтоб тебя! Есть? А-а-а. Куда теперь? Стоп! Кажется, у меня проблемки, ну ладно. Нет! Сдохни! Сдохни, 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 сдохни. А-а-а. Че ж вас так много здесь? Так, давайте. Нет, еще нормально, еще нормуль. О! Сволочь. Где я нахожусь? Нужно еще два где-то надыбать, а я не знаю. Ну, здесь я был, да, я просто решил, мало ли, я ничего не заметил. Ну ладно, возвращаемся обратно в ад. Значит, смотрите, я вот здесь только что. Вот здесь какой-то тупик, давайте посмотрим. А! Ты сдохнешь или нет? Ой, блин! Да что ж, вас так много-то здесь. Вот теперь пора. А, хорошо. Есть.
Вот, смотрите, как нам туда попасть? А? А, вот открылось, да? Погодите. А, нет. Все, я понял. Пожалуйста, дайте передышечку. Передышечку. Спасибо. И осталось еще один. Но я не понимаю. Возможно, вот сюда. Если мы до упора дойдем вот сюда, то он будет там. А, нет. Онлайн. Слышите? Позади меня. Ой. Все, повернулся. Молодец. А! Да что ж ты... Секунду! Так, с этими надо по-быренькому. Так, вот тут я, кажется... Да! А, я просто мимо него прошел тогда. Есть! Пора убираться отсюда, к чертовой матери! Сразу двоих. Double kill. А! Блин, прикольно. Так, релоуд, давай, по-крутому, вот так вот. Странно выглядело, не очень круто. Все. Так, восстановите питание с панели управления. Где панель управления? Я что, помню, где панель управления? Я его не помню вообще. А, здесь, да, здесь. Enjoy. Наслаждайтесь. Ну что ж, хорошо. Мы это сделали. Следующее, вернитесь на станцию метро. Упс. Так, давайте иначе что сделаем. Поскольку нас уже, я так понимаю, я надеюсь, по крайней мере, не будут беременеть. Мы вот так сделаем. Все, стоп, не там сохранился, черт. Ладно. О! Слушайте, я только сейчас заметил, что у вас, оказывается, там, скорее всего, жесткий засвет, да? У меня солнце вышло. Это нехорошо. Возможно, будет сейчас... Возможно, хромак не удастся нормально вырезать. Ладно, ребят, я думаю, на этом мы с вами закончим этот эпизод. Ужасное качество, скорее всего, будет. Но надеюсь, я смогу сейчас вырулить это на монтаже. Огромное всем спасибо, что смотрели. Продолжим играть в Призик очень скоро. С вами был Юджин, и всем пять!